Привет, народ, привет. Привет. Знаете, где мы? Сейчас в районе Казимеш. Было два видео про сам Казимеш, площадь Героев Гетто и музей Шиндлера. А мы сейчас подходим к галерее Казимеш. То есть здесь, наверное, все молы называются галереей. Ну, да, да. Вот, вы с нами, да? Случилась у меня неприятность. Молния рюкзачка моего любимого решилась разойтись и поломаться. Как раз за час до нашего выезда в Шемесль, а потом в Краков. Поэтому чинить приходится в Кракове. Отдали рюкзачок. Так ты же расскажи, где мы отдали. Называется Калетник. Калетник. Да. Есть швец, это обувной мастер. А Калетник, ну вот Калетник нам был нужен. По сумкам, да. И мы его нашли на улице 86, запомнила. Старовисельская? Старовисельская. 86. Все нам подсказала и в это. На рецепцию отеле, нашего да. нового и отеля. И таки, да, как сделают. Сейчас вам увеличу. И просто мы прочли, что есть такой вот хороший шопинг. И просто показать, мол, также есть галерея Казимеш. И сейчас вам покажем. Вот если уже совсем коротко, прикольные такие три прикольных домика внутри, да, этой галереи, фонтанчик. Фонтанчик очень тем, потому что очень жарко. Сейчас конец августа и просто жарит так, что мы просто не сможем вернуться в отель сейчас. Идти где-то минут 20, но мы уже так прижарились. Ой, красота. Ой, напоминает наши киевские фонтанчики. Класс. Ну, вот, смотрите, раз. И уже можно отдыхать. Сколько детей с мамами тут отдыхают. Ну, прикольно сделано. Ну, например, такого я не увидела в этом, в галерее Краковской. Но там вокзал рядом. Там, наверное, места нету. Вот, так что, друзья мои, смотрите, сейчас зайдем, покажем вам галерею, посмотрим, какие магазины там есть. Ну, думаю, такие же, как в большинстве молов, как и в Абу-Даби, и в Дубае, и в галерее Краковской, которую мы уже показывали. Девочка хотела нам вручить что-то. Сзади девочка в красном, всем вручает картинки, какие-то памятки, рекламу, но, видимо, поняла, что мы делаем видео, и решила нас не трогать. Вон ГЭС уже видно, вот. Вот, Наташа, покажи, где мои вещи лежат из рюкзачка. Все, Наташ, давай заходим. Вот часы работы, ну, работает где-то с 10 до 21, что-то работает, непонятно что, Калипсо фитнес-центр с 6 до 23, кому на фитнес, вам сюда. А мы с Наташей и с вами заходим в галерею Казимеш. Посмотрим обязательно, что это. Это еврейский район в Кракове. И посмотрим просто, какая она. Вот рюкзачки сразу. Я уже думала себе смотреть рюкзачок, если моего малыша не починят. Точнее, какой малыш? У меня огромный рюкзак. Мне так жалко было, что молния прям разошлась не в тему. Хотя бы на неделю раньше в Киеве. Так, ну что, Наташ, куда пойдем? Магазины есть на любой вкус. Можно пройти первый этаж, можно подняться на второй этаж. Давайте пока так прогуляемся с вами. Я надеюсь, вам что-то видно, потому что я очки все еще не сняла, мне не очень видно. Ну вот магазин Резерв, да, известный. О, что-то такое наверху. Как, в общем, просто хотим погулять немножко и переждать жару, потому что жарко дико. Сейчас, наверное, это по 30, да, Наташ? Я думаю, больше. По 30 и, ну... Сгорим, хоть мы и намазались, мы я сгорим. Я чувствую, что у меня шея уже. Шея уже, да? Угу. Покажи браслетики, кстати, как тебе. Прикольные, да? Коралловые, вот они. Красивые, да. Видео про покупку янтаря, который пока мы не нашли, вы видели. И купили классные браслетики. Просто коралловые, просто классные. Так, ну все, вон, кстати, Конверс, по-моему, есть. Big Star, интересно. Обходим просто все. Магазины есть. Наташа какую-то обувь видела интересную в галерее Краковской, хотим посмотреть. Ну, может, здесь такие тоже есть. И обмен валют, в принципе, очень интересует, потому что уже 100 долларов, которые обменяли пару дней назад, подходит к концу. Но если нам на еду еще хватит, то, наверное, на какую-то покупку уже нет. Ну, вот такая. То есть я понимаю, что обходим кругами, да? Вот такое вот. Знаете, удобно, что очень широко. Вот так широко, по-моему, только в Баваде, Моле, в Эляйне, в Эмиратах. А в галерее Краковской чуть поуже, там народу много. А здесь вот Зара есть. Помните, нас из Зары уже выгнали в Эмиратах, мы там снимали. H&M я вижу.
Коста кофе. Хотя очень... Татум. О, вот, кстати, Татум. Очень классный магазин. Наташе очень нравится. Да, у тебя есть пару вещей. 10-летней... А, 20-летней давности. Ну, давности. Что ты вот не умеешь преподать? Недавности, они 20 лет практически новые. Старые-старые качественные вещи. Старые. Так, ладно. Сейчас зайдем, посмотрим, что есть в этом магазине. А я пока сниму очки. Ну вот, распродажа 115. Ну, такой магазинчик. Подожди, футболка. Там мы сейчас снова открыли камеру, потому что Наташа все-таки много смотрит. 35. Она говорит, это, в общем, вещь на века, не то, что на года. А мне вот такая зебра понравилась. Подожди, посмотри, какая классная. 50 злотых, считай. И вот такой вот узор мне понравился. Вроде как девочки разрешают снимать нормально все. А ты посмотри, она приталенная. Приталенная вещь такая. Ну, вот это классно, вот с зеброчкой. Мне еще кенгурушка понравилась, но я не знаю, сколько она стоит. Сейчас посмотрю. Вот это вот здесь вещи не с распродажи. А там были немножечко с польских крон 300. Ну, 299, это как 300. И вот эта вот штучка, да, Наташа, понравилась темная. Вообще. Темная, да? А. Темная. Надо померить. Слушай, если такая вещь, она стоит на года, надо мерить. Вон мой кулечек сиротливо лежит с вещичками. Наташа, вот эту вот кофточку можем показать еще? Вот. Я сразу ее увидела, мне она очень понравилась. Сколько? 135? Ну, это вообще нормально. Как, ну, как цена. Ну, да, узор покажу просто. Это как это называется? У меня есть такая, только с коротким рукавом. Вот это вот. Стиль. Ну, симпатичные. Ну, в общем, как вот мы там пиджачки смотрели. Конечно. Только что вот там вот была распродажа. Очень симпатичные, классные. Но там они 200 стоят. 200 злотых. Наташе ничего не подошло, они тяжеловатые. Но если такая футболочка, я думаю, что нужно ее померить. Ну, вещи здесь хорошие, мне тоже нравятся. Очень. Ну, мы надеемся, что качество этой фирмы не изменилось. Не изменилось. Да, с годами не изменилось. О, Наташа сидела, ждала, дождалась. Наташа выбрала себе. А ну что это такое, расскажи. Ну, маечка, кофточка, я не знаю. Такая, это материал тянется такой, да? Хлопок и сколько мадал. Она? 80. Это где-то сколько? Где-то 19 долларов. 19 долларов, да? Долларов где-то. А стоило 159. А, как это? В евро это 40? А. В евро это 40. Я не умею считать. А, нет, все, это распродажа. Ну, цвет такой. А ну, выйди вот сюда вот. Кофейный цвет. О, так. А вот ту, а возьми еще ту зеленую сравнить. А ну, покажи сейчас. Сейчас Наташа тут наконец-то выбрала. Покажи зеленую еще. То есть тут у нас битва вещей. Так как это лет на 30, я понимаю, то в принципе нормально. То он даже здесь не зеленый в камере. Ну да, вот так вот. Такой темный зеленый. Иди померь обе. Размеры только M и XL. M и XL только, да? То есть потому распродажа, тут тоже распродажа. А да. Это сколько? А это 8. Ого, а это 90. А это 90. Это 90 стоит. А стоило 45 евро. Так, ну давайте мерить. Ну вот, давай. А ну чекай. Все, Наташа ушла. Так, мы уже в примерочных. Ну, такие хорошие, симпатичные. Смотрите, пуфики есть. Бывает в Эмиратах, не везде пуфики есть. Для меня креслица. Ну, сейчас Наташа будет выходить под музыку, да? И обязательно... Ой, Наташа там засветила чуть-чуть. Ну, выходите, покажитесь. Ну, нормально. Какие-то большие размеры здесь, в принципе. Вот мне нравится рукав такой, что он держит рукав, манжет, и, ну, манжет. Да, манжет такой. А ну, покрутитесь. И тут же манжет, видишь? Ну, манжет такой. Тоже это есть. Которая за 80. Ох, не... За 80, да-да-да. За 80, за 90? Нет. Это 79,99, это 80. А вот та вот салатовая, ой, темно-зеленая точнее. Ну, знаешь, она как-то одеваешь и чувствуется, что вещь другая. Вот я не могу сказать. Вот есть чувство, что другая. Ну да, что не за 5 долларов, да? Да, что это не за 5 долларов. Ну, да. Хорошо, давай сейчас тут тоже видео посмотришь, как ты смотришься на видео. Да, и давай зелененькую. А вы напишите комменты. Обязательно напишите комменты. Мы же для вас стараемся тоже. Наташа говорит, что она запуталась в футболке. Не, не запуталась, но есть вопрос. О, это как вот такое платье в оперу. Вот в таком бы ты могла бы пойти вот в собор Петра и Павла. Я вот такое, ты знаешь вообще? Так, тут манжеты нет, тут короче. Немножко спущено. Короче.
А это такое, так задумал автор, да, то, что да. Такое чуть мятенькое, это как будто такой вот шарфик у тебя облегает. Да. Ну, теперь вопрос, смотри, так должно быть, да? Вот так, и вот тут вот немного что-то мне не нравится. Я не знаю, ты у меня спрашиваешь? Да, надо посмотреть. Ты у нас экспертка канала. Нет, я по бьюти вещам. Кстати, мне интересна такая штучка. Наша говорит, везде такая штучка есть. Ну вот такая. Это символ этого татума, да? То есть где-то она внизу футболки, где-то вверху. Ну, та лучше футболка, по-моему, да? Да, лучше. А тебе это больше нравится? Мне это больше нравится. А просто ты говоришь, что-то здесь не так? Нет, вот это я не понимаю, что здесь, видишь, оно как-то так уложилось. А, вот топорно это? Да, а и ниточка какая-то торчит, что-то да. Да. Не знаю. Я не могу понять. Вот как-то странно. Ладно, сейчас подумаем. Так, народ, ваши комментарии, пожалуйста, прокомментируйте обе футболочки. Не явно. И вообще, знаете ли вы такую фирму Татум? Это польская фирма. Да, польская фирма, но ты давно ее покупала в Украине 20 лет назад. То есть знаете ли вы такую фирму, есть ли у вас вещи, это интересно. Она тоже очень дорого. Ну вот она, но она пальцет. Нет, у меня были одни брюки, это как они, по колено, я не знаю, как они называются, но они были из чистой шерсти. Конечно же, у меня потерлись между ними. Да. А все остальное до сих пор. Вот качество, поэтому нужно какую-то, наверное, вещь сейчас себе одну выбрать. Думаю, Наташа что-то сейчас себе купит. Главное еще ларек с обменкой найти. Да. Так прорекламировали качественную да, вещь. Ну, да, к сожалению, вот она последняя, и так быть вот не это, должно. Ну, за такие деньги я не хочу такие. Жалко. Даша думала, что есть еще одна эмочка, но нет. Мы не увидели. А ту футболку? Не знаешь еще? Да, Наташа уже так на эту загорелась, уже прям такая расстроенная сейчас. Ну, честно говоря, у меня все великие гроши, да, чтобы так это... Не, это мне тоже нравится, но мне это как-то... Вот вообще, она такая приятная к телу, ну просто. И другого цвета нет, и ничего нет, уже нет, нету, да? Такая... Ну, там бывает. Ну, сейчас Наташа еще думает, вдруг там женщина в первой кабинке взяла футболочку. Ну, маленькая эта женщина. Мы будем ее караулить и посмотрим, но, скорее всего, нет. Вот мы уже в обувный магазин зашли, такая... Чисто польская фирма, ласочки. Даже какие-то мерила здесь. А вот такие мерила. Не очень ей понравились, но это кожа. Вот, сейчас покажу вам цены, как здесь удобно просто. Смотрите, а тут заклеено. Тут 120 злотых. А вообще тут вот в ценах. Допустим, открываете. Если у вас есть евро, платите в евро, чтобы вы не меняли. Вот. 55 евро, считаю, где-то стоит. Вот сейчас приближу, вон, 55 евро. А дальше уже, 200 злотых идет уже, скажем так, ваша валюта. Вот симпатичные. Не знаю, ну что свечивает. И так вот, такого цвета прикольные. Ну, очень большой магазин, очень много фирм. Вот есть сейчас распродажи, где сейл. Я зашла, где Skechers, и там не было распродаж. Вот Jenny Fairy, какое-то знакомое название. Вот за 60 сумочка. Давайте рассмотрим уж, давайте, что ж я так сняла. Надо же вам показать. Вот что в сумочке, а в сумочке еще сумочка. Что-то у меня какие-то сплошные обзоры сумочек. Тут еще сумочка, о господи, тут две сумочки. Интересно, то есть за вот эту вот цену две сумочки. Давайте их уже разложим. Не пойму, может здесь просто сумочку кинули? Да, такая совсем голая, без я не могу найти кармашек никакой. Ну, смотрится прикольно, интересно, вот такая же черная. Здесь тоже есть сумочка, а здесь есть сумочка. Но черная красиво смотрится. Здесь есть сумочка, видимо, в сумочку вы кладете все. Ну вот, просто вкратце, какие магазины есть в галерее Казимеш. Вот, снова мы все еще в этом магазине. Си-си-си он называется. Наташа уже что-то выбрала. Серджо Барди. Барди Серджо. Барди Серджо. Покажи беленький такой. Ну, смотрится прикольно. Ну, давай. Сколько он стоит? Стоит сколько? Вот я уже вижу. А, 150 злотых. Был 249. Это из распродаж, что я же взяла. Это кожа, да? Вроде да. Сейчас. Где-то я видела. Да, кожа. Да, вон. Ну, вот эта штучка. Вот. Лезер написано. Не, вот еще вверх кожа, внутри кожа и синтетика подошва. Ага, поняла. Сейчас посмотрим. Это название, наверное, это ласочки. Ласочки. И так удобно, вот такая вот обувочка, да, и сразу видно, сколько, 250 злотых. Вот, сразу обувочку видно, сразу видно, вот, сколько стоит, по какой валюте, сразу размеры видно. Ну, в принципе, удобно стоять, как и во всех магазинах должно быть. Вот что это женщина. Ой, это хорошо вообще призовые.
Ходите без обуви, Наталья. Ну, я просто как для примерки. Интересно. Людям нравится такие видео смотреть. И мне про шопинг нравится смотреть. Потом Наташа говорит, а где ты такое снимала? Я такое не видела. Да-да-да, по жизни такое аудио, это так красиво. А ну, она на видео по-другому как-то смотрится. Ну, я не знаю, как по удобству смотрится. Не честно, знаю. Красиво смотрится. Сейчас будем это... Что тут за колодка, куда? Еще просто... А как его носится? Это же не носится с носками, наверное. Поверни еще ко мне другим боком ногу. А вот я не знаю, мне кажется, они мне большие. Смотрится красиво. Ну, это же как вот эта вот кожа, вот это вот, ну, вот непонятно. Вот спортивные кроссовки одел, сразу все понятно, это да, идешь. Это а кожу ты одел, и ничего не понятно. Сникерсы, по-моему, это называются, вот эти модели, по-моему. Ну, хотя это как этот, как он? Кет. Ну, вообще очень красиво. Нет, он такой кет, как casual, это не кет. Это да? Вот как, ну, и не, это микс кеда и туфли. Туфля, да, чей да. Туфля? Не моя. Чей туфля, ну, моя. Ну, все-таки кроссовки же, правильно? Ну, красота. Вот нашли мы еще Бадура кроссовочки, да? Польские, кожаные. И в Украине тоже есть представитель во Львове. А ну покажи там кроссовочек. Он такой стоит 300. Ну, симпатичный. Но я одела 38, он просто как ласта. Я не могу понять. Ну, коробки очень красивые. Кстати, люди здесь берут именно их. Мы видели подмышку людей, которые уже шли на кассу. Много-много таких кроссовок. С 1979. Все, год моего рождения. Да. Вот Наташа испалилась. Ха-ха-ха. Господи, что ж я палюсь-то? А ну, Бадура-то. Бадура. Интересно. Ну, как... знаешь, такой цвет белый классный, такой белый-белый цвет. А как его? Куда уж белее-то? Тут носки вроде нормально смотрятся. Потому что с теми серые носки как-то выделялись, смотрели не очень. Так, а те же тоже белые. А ну. И наоборот ногу еще. Вот такие кроссовочки еще есть. Наташа еще одни взяла. Какие-то серебряные такие за 280, да? Да, нет, 289. Ну, 290. 290. А эти 300. Наташа говорит, что в тех кожаных вообще как-то удобно. Ну, как-то классные такие за 300. Ну, так что думаем сейчас, пока Наташа, наверное, оденет, походит еще. Наверное, у меня точно никогда не было кожаных кроссовок. У меня тоже. У тебя их тоже не было, не да? Было. Просто интересно, как они вообще кожаные кроссовки. Да, как они труд, действительно. Или не труд. Ну, интересно. Но можно взять сейчас, походить. А если там совсем там трындец, ну, мы же 3 дня еще в Кракове, можно и поменять. А разве можно менять? А я не знаю. Ну, вот такая идея у меня возникла. Перемерили кучу всего. Ну это CCC хороший магазин, Наташе нравится, и продавцы очень вежливые, да? Я и ты его еще в галерее Краковской ты увидела? Ну, увидела, но... ну, ну и мы захотели зайти. Мультибрендовый магазин. Да, так что вот. А вот там такая специальная штучка, если видела, люди мерили, сейчас покажу вам, кстати, размер. Ты тут как-то становишься и выясняешь свой размер. Ну, слушайте, это правильно, прикольненько. Случайно денежки лежат. Боже, как приятно. Да, Наташа уже приготовила, выбрала на белые кроссовки. Открой, покажи еще, пожалуйста, их. Ну, вот. Вот. Так ну, что? Не знаю, ну, пока удобно. Это же понятно, что это пока. В общем, Наташу с первыми кожаными кроссовками в жизни. Такой бывает раз в жизни, и то не у каждого. Ну, пошли. Я вчера. Вот, заехали мы на второй этаж. Хотим фудкорты покушать. Наташа коробочку под рукой держит, поскольку, как это, папоровый пакетик, бумажный пакет был платно. Мы решили сэкономить. Ну, вот сейчас покажу. Вот нижний этаж, второй этаж. С какой-то он даже уютненький и маленький. Там H&M в конце есть. Да, он. Quicksilver, кстати, прошли, я не зашла. А магазин. Тут все для серфинга, помнишь? Я любила эти магазины на Бали смотреть. Так, Росман магазинчик. Ну, как-то первый этаж был или побольше, или там всего было больше. Ну, вот так вкратце вам еще второй этаж покажем. Кстати, очень много игралочек для детей. Сейчас увеличу, и дети так с удовольствием скачут и прыгают. И Наташа идет с этим. И Наташа идет. Кстати, я хочу в Росман потом зайти. Слушайте, ну вот мы обошли второй этаж, какой-то он маленький. Все, так обходишь, все быстро. Ну, ты читала, что большой красивый это, да?
Я почитала, что он рекомендуется как шопинг. Вот, рекомендуется как шопинг. Да, ну вот, смотрите, вот. И все, уже можно выехать на первый этаж, где мы были, в кафе Косту. Куда мы, кстати, хотели прийти. Вон прудик симпатичный. Ну, вот так вот оно все. Ну, еще мы в магазинчике. Ну что, сейчас мы в магазинчике Big Star. Наташа уже меряет новую футболочку. Не знаю, можно ли здесь снимать. Такой спортивный магазин типа конверсов. Вот. Не спортивный, но такая одежда здесь прикольная. Прикольная, классная. Но для меня все размеры остались только Элечка. Вот, так что. А ну, Наташа за 30, вот такую же, вот как она мерила. Ну, ты знаешь, какая-то прикольная такая. Она небольшая, она смотрит, знаешь, как такая вот распашонка, вот выйти погулять, ну, она не сильно большая смотрится. Ну, как бы вырез, как... вырез большой. Ну, вырез все-таки, большой, да? Да. Ну, как бы... А эмки нет. Интересно. Ну, это да, это все последнее. У меня вообще эски нету, то, что мне нравится, там только элька, эксэлька. Это вот стоит 30, да? 29.99. 30 стоит. Ну, прикольные вещи, и сделано тоже очень классно. Не знаю. Ну, вот, как-то вот такие еще... Распродажи здесь есть. Наташа все решает. Но говорит, очень классно к белым кроссовкам. И это 30 всего 6 долларов. Ну, за 6 долларов, ну, можно взять, я думаю. Какой-то тут значок Big Star прикольный такой. Ну, классно. Ну, Big Star просто, мне нравятся конверсы, скетчерсы и остальные спортивные кроссовки. Ну, классно смотрится. Я думаю, за 6 долларов такая распашоночка прогулки по городу будет классно. А вот и мой кулечек. Раздевалочка пляжная. Это мы в магазине Quicksilver, и здесь почти все для серфинга. Смотри, какая футболка прикольная на распродаже. Точнее, футболка. Ну да, свитерок. Свитерок с длинным этим. Вот такие вот доски здесь стоят, вот водичка, знаете, как все как пляж напоминает. Я просто рада, что я попала в этот магазин, потому что, ну, напоминает все про серфинг. Было время, летали, серфили. Так, пошла я в передевалочку. Давай. Ну, ждем-с. Теперь, кстати, внимание, что я сегодня делала. Мой серфинг со Шри-Ланки. Это судьба. Да. Ну как? Ну, твой размер. Слушайте, ну классно. Я хотела себе какую-то шмотку Quicksilver, но даже на Шри-Ланке это было очень дорого. 80, я думаю, надо брать. А что сзади написано? Hellfire? Что-то как-то... Ну все. В смысле? Всё. А что на этой досточке можно на воде? Это скейтик, я думаю. Не, она тяжелая деревянная. Думаю, что это скейтик за 319 злотов. Вот такой скейт. Поехали, поехали. Небольшой такой. Так, ну, смотрите. Так, народ, смотрите. Если у вас есть много дней, и вы в Казимеже, можете зайти. Смотрите, вот шопинг вот удался, у Наташи уже кожаные кроссовки есть. Но если, в принципе, да, у вас немного, ну, один или полдня вот резать, что купить, то галерея Краковская ваш выбор. Если вы рядом с ним. Галерея Краковская, там намного больше, и мол, больше магазинов, ну, больше распродаж. Мы вам показывали уже и покупку сумочек, и саму галерею Краковскую, ну, в общем... Наши рекомендации такие, но мы просто рады, что вы зашли сюда, погуляли, переждали жару и купили кажется, наши кроссовки. Это темненько как-то. Ну вот такой видео сегодня. Все, ставьте лайки и пишите комменты. Пока. До побачення.